прибежал. Кабанчик. Тебя кроссы не промокли, не? Вот это вот на передней части, но она не насколько. Везет. Химия. Не, у меня нет, я ж босик, ты еще. Я не в кроссовках. Я понял, куда я иду. Пришел покупать игроков, наверное. Делать себе клубец. Чтобы у него на личном стадионе играли. Его лично. Значит, его личный матч. Без трансляции. Можно ему тренеров порекомендовать, типа, для команды. У нас тоже есть. Тоже делаю. Видели бизнес? Что делают? Видишь, просто он уходит за кар. Типа, поворачивается к тебе и так делает. А они до сих пор не знают, кто он такой. Назад. Севера казалось, Севера было больше состава изначально. И так значительно больше. У них там чуть ли не два состава, может, два собрать. Года. Нет, так это давно такое. Я так понимаю, что они просто урезали часть игроков. Бюджет, я думаю, они были рассчитаны, знаешь. Пару миллионов. Полетело? Спонсоры, видимо, подвели, подписали Кока-Колу. Мы должны за рекламу платить. Что? Серьезно? То есть видеоколу типа? Пошли эти. Microsoft, надеюсь, что ты дуэт. Потому что они тоже спонсоры. Apple, это значит. Не, у Apple акции. Хотя бы 51% акций. В контрольных пакетиках. Так, берем, короче, 23-го и 15-го. Да, везите чемодан с деньгами. Вы что, Лёш? Ты знаешь, такие типа деловые ребята, они все-таки как-никак. У них держится вся индустрия. Назад, назад, назад! Что? Что? Так и есть, да. Ну, если бы не они, типа, то... Это наверное, типа, не знаю, это не скаут, он слишком солидный для скаута. Скаут вообще нормально идет, солидный как-то, или не очень? Работаешь вместе с скаутом? Ну, конечно, солидный. Достаточно высоко оплачиваем, и все покажет. То есть если ты типа можешь различить плохого игрока и хорошего игрока, то тебе будет за это платить. Ну, неплохо. Просто за пожарным наблюдаешь, записываешь себе, что вот неплохой в таком-то качестве, вот в таком-то. Отдаешь эту информацию, и за эту информацию получаешь. Прикольно. То есть ты как стукач идешь? Я не называю это стукач, я скажу, это наблюдатель. Ну, да, стукач. Доносчик. Ну так а ты не доносишь, нет? Подожди. Ты что-то, мне кажется, подвинутый.
немножко путаешь понятия. Разведчик. Так, а разведчик стукнул тогда. Нет, подожди, разведчик разведывает, а ты доносишь. Ты вот стукачишь, стучишь, не? Да. Не подменяй понятия, пожалуйста. Слушай, что ты стрелки кидаешь? Я уже сказал про подмену понятия, поэтому подменяешь понятие теперь ты. Все, это так работает. Софистика. Так сказать. Давай, минута. Ну, значит, переубеждать людей. Договариваться. Хорошо, а скаут типа заключает там всякие контракты, типа и тому подобное. Ну, то есть, можно ли, типа, там, за 2 рубля уговорить человека, там, прийти в клуб, эксплуатировать его 100 лет? Бесплатно. Бесплатно, да. В плане... Кто так делает? Ну, за доллар с какого-то забираешь. За доллар. Доллар в год. В жизни. Тогда Северную Корею. Не, ну там больше зарплата, там доллар в месяц, чувак. Че ты смеешься, серьезно? Ну там доллар в месяц, судя за то. 6. А, 6 бачей, да. Ну, повысили. Пойдем, минимальную зарплату повысили, пойдем. И пенсионный возраст сразу подняли. Еще талоны на еду. Не, никаких талонов хватит. Халявы это. Слышь, какие талоны, о чем ты говоришь? Всем стабильно по 3 рисинки в день. Завтрак, обед и ужин. Ну, понятное дело, воду кипятить сами тебе ищите. Электричество только с 8 утра до 8.01 утра. Горячая вода примерно в то же время. То есть мыться ты будешь в лучшем случае через день ты будешь себе кипятить рис. Сзади! Если скажешь, там, будешь искать себе такого игрока, то если ты ему скажешь, что 2 минуты будет электричество. Горячая вода. Еще потом 2 минуты, а не во время с электричеством. Ты что, чувак, это в родину продается. Сходу. Все тайны военные, все тайны завода. Кто там, что там Семёныч пьет, типа. Откуда у него электричество на 2 минуты дольше? Согласитесь, Слава. Бля, а как же не биткоина майнят? Это не целое состояние, понял, заработал. Намайнил 3 сатоши. Да, наконец. Слушай, помнишь, какие тебе мозги промолчу? Витя, надо что-то с этим делать, Витя, давай, типа, биточек, давай. Ты такой, не-не. 100 лет зарабатывает, в итоге. Если бы ты меня послушал, да, вот если, то был бы сейчас как он. Вот как он, вот тот вот. Если бы мы покупали биткоин в то время, когда за 15 биткоинов продавали, то да. 15? Да. Чувак, он за несколько тысяч продал биткоины. Они тогда стоили под, что-то по центу еще. Меньше центу даже. Когда он продал, ну, покупал пиццу. Я помню, что за 15 раздал? Мне казалось, что он пару тысяч отдал там, типа, биткоин. Ну, просто по приколу, типа, ребят. Ну, все равно сейчас упал. Только покупали там по 20. Ну, понятное дело, что он сейчас по 6700, и, типа, его никто не покупал. Его никто... Ну, это, наверное, скамило. Купил его по 18, сбросил его по 12. Ну, хату потерял. Прикольно. Круто, классно. Инвестмент. Ты наш на нее в инсте подписан? На Камилу. Ну, типа, я помню, когда я еще с ней встречался, она мне показала, что типа занималась там биткоином, еще чем-то. Я такой, типа, не, Настя, типа, нифига. Люди, которые типа подсказывают тебе, как заработать типа с криптой, они хотят заработать на тебе.
Потому что, типа, реальных методов заработка на этом всем деле, кроме майнинга, реальных, типа, стопроцентных нет, да даже майнинг, типа, это может быть убито. Типа, на определенное время. Выгодно только, если ты дома. Что-что? Выгодно майнить, в любом случае, если ты дома, так, что-то тянет. Если ты долгосрок держишь, типа, ты можешь майнить сейчас сегодня в убыток себе по электроэнергии, да? Но завтра, типа, курс вырос в два раза, и все, ты, типа, в профите. Я об этом говорю. Что, типа, если ты умеешь ждать... В любом случае в профите, если ты топишь дома. Тепло. Тепло делаешь? А, если тепло, типа, отбиваешь, ну да, тогда это да, отопление. Отопление. И ты знаешь, я вот об этом думаю. Вот, типа, у меня сейчас ремонт предстоит, да, на носу в марте. И я вот думаю, а стоит ли мне батареи себе покупать? Или мне проще видяхно купить? Ну, знаешь, сижу и... Видяхня, айсик. Айсик? Ты знаешь, как он шумит? Ты хоть представляешь себе... Саркофаг. Саркофаг. А воздух ты как туда будешь давать? Это обычно для домов, для счастья. Не для квартиры, да. Квартиры, конечно. А, так, чувак, я был у Илюхи, у него есть айсик в доме, но он в подвале. Его слышно, чувак, его слышно. Подвал бетонный. Звук вообще не должен проходить. Там, если ты будешь кричать, тебя будут резать, никто не услышит в радиусе 5 метров, понимаешь, от этого подвала. Даже если ты очень будешь сильно кричать, вот представь, насколько максимально ты можешь как истеричка кричать, вот тебя не будет слышно. Ведь слышно это, если он очень громкий. Он как пылесосов 8. Он напялил, короче, где-то, короче, не знаю, с чего он сделал. Ящик сверху. Давай, давай. Его, и вообще звук не слышно. У тебя крестный. А где он сейчас выйдет? Айсиком? Красавчик. Все, типа, пилеты уже не очень. А, давай! Давай. Так ты понимаешь, это если сейчас, типа, если продавать сходу, да, типа, а можешь дождаться нормального курса, типа, валюты, и ты в плюс ведешь. Просто сохрани у себя валюту, не конвертируй ее. Это ж логично, типа, зачем в минуса входить, храни валюту. Ты знаешь, как доллар типа себе в минус продает, знаешь, типа, скнул ты такой, о, наконец-то надо скупать, опуститься, о, пора продавать. Ничего от этого не меняется. Ну, только покупная способность, да, не меняется. А так как количество валюты у тебя на руках меняется? Цифра меняется, но... Так подожди, но выгодно, когда ты, типа, дождался... Стоп, надо выходить из разницы в 3 транзакции. Типа, купил валюту, продал дороже, купил опять дешевле. Вот тогда есть разница. Тогда у тебя валюты больше. Лего на нас, он на 4 минуты, то есть, потом продал. Поднялся до 28, продал его, купил по 25 при этом. По 25 опять продал, 3 гривны у тебя сверху. И доллар. Просто я имею в виду, что если ты там... потом... Доллар по 8, потом продал его по 20, когда кризис начался, это все равно тоже самое. Да, но потом... Ну, когда ты его купил, давай, давай, Макс, давай, Макс, Макс! Тогда ты купил. Хорош, Петя! Что, у тебя больше? Надо способность больше. Скрипт это по-другому будет, поэтому типа такой, да. Вау!
Сзади! Еще найди! Ваня, а ты так далеко что-то стоишь? Как у вас там по счету, кстати, воды? Ну да, Только что очередной раз закрепила преимущество. Закрепил его часто команда. Она закрепила. Так, это же второй тайм уже, да? Да, второй. Да, да, я что-то топлю вот оттуда, а типа ходы еще отбились. Кстати, у меня уже 10-й день. Хорош, Серый, давай, договорись! А, через дом! У меня уже все те, кто... Я могу свой собрать. Этот, там будет этот блэкджек. Вот, типа... Привет, меня зовут... Привет, Никита. Я не хотел зависеть. Нормально, парни, Игнатим! Вот. Мне там надо будет 9 шагов пройти, типа, принятие, там, любви к Богу и так далее, ну... Ну, типа, анонимный алкоголик, на самом деле, или те же эти все фокус-группы? Не у наркоманов работает неплохо, а у никотина зависит, типа, мы, типа, не сильно отличаемся. Давай, чё ты низко сделал? Наркоманов. Но все же, типа, не та степень зависимости. Потому что никотин как быстро, ну, вызывает привыкание, так быстро и отвыкание, знаешь, от него работает. Ну, типа, на самом деле. Дай ему брать! Дай ему брать! Ну, я тебе объясню, что, типа, он достаточно быстро водится из организма. Буквально 3 часа выводит. А, нет, подожди. Час он выводится из организма. Вот, поэтому очень удобно пачки 20 сигарет. Типа, ровно, знаешь, чтобы ты каждый час мог примерно выкурить в день, типа. И вот у тебя получается ровно пачка. Ну, плюс-минус. А, нет, полчаса он выводится из организма. Ну, вот так. Да. 45 минут. Ну, не помню, короче, игра. Потом тебе ровно часов 8 остается на солнце, знаешь, типа.
Мы все очень удобно сделали. Нет, таких нет. Вот эти, чё, а? Да, сосед такой, что? Да, сосед такой. Перед вратарём один, встаньте! Сосед, говорю, такой. Да? Серьезно, он просто спается, чтобы пойти покурить? Саш! Помоги вратарём! Ну, он уже много лет курит, да? Ну, типа... Больше 20. Чё? Там ГГВП, знаешь, уже. К сожалению, у него такой очень просто уровень зависимости, что типа привет. Причём он это воспринимает поливаться как привычку, знаешь, типа... Знаешь, я просто привык вставать ночью, нарушать свой сон, просто чтобы типа загнаться, типа таблицы Менделеева в легкие. Типа привычка такая, типа, ни разу независимость. У меня уже даже те, кто, ну, горящие, по-моему, мои знакомые, они уже перестали меня травить, типа, когда уже пошел, ну, когда уже в день 8-9 пошел, когда они видят, знаешь, что типа проводи, не проводи, у меня сигареты перед ну, глазами, ничего не происходит, знаешь, типа я не нервничаю, ничего такого, типа, я еще их и травлю в ответку, типа, знаешь, это, говорю, чай, говорю, у тебя вкусный, Макс, говорю, вот у меня рецепторы вернулись в норму, я, так как я не курю, знаешь, типа, поэтому чай могу у тебя распробовать, наверное, так, ах ты сволочь, ах ты сволочь. Говорю, пойду побегаю, у меня дыхалка восстановилась, знаешь? Потому что я не курю. Нету сдавливающего чувства, знаешь? Что-то такое. Сидит такой. Он, знаешь, такой. Что, ну, с Рыжей заходим к нему в кофейню. Он говорит, ну, кофе нагнулил, сидел. Сидит, ну, Рыжий, сейчас я кидаю. Сидит такой, говорит, ну что, говорит, пошли, покурим. Я такой, пошли. Тебе сигареты опять? Я такой говорю, а нет, спасибо. Он говорит, ты же знаешь, я тебе не жалко. Говорит, я уже, говорит, готов, вчера он уже стоит такой, знаешь, типа, да что ж такое, говорит, я уже готов ему пачку отдать. И он только вчера говорит, такой, слушай, говорит, я понимаю, что я тебя травлю, потому что, говорит, ты сам понимаешь, что не могу бросить. Я такой, я в курсах, я с первого дня в курсах, что ты меня травишь. Че вы все, типа... Блин, они пытаются заставить меня вернуться, типа, в эту тему, чтобы мне так обидно было. Это так смешно было. Саня меня распетливал, что типа как только у меня будет первый серьезный стресс, так я сразу побегу курить, я такой, нет. Типа. У меня еще не было серьезного стресса. Да, у меня каждый день стресс, я в школе работаю, чувак. Какое не было стресса? У меня есть девушка, есть типа какие-то финансовые обязательства, у меня есть типа ремонт на носу. Мне курить надо каждую секунду в таком случае, знаешь, типа, если так брать. А, типа, я просто понимаю, что типа сигареты минутная психологическая помощь, знаешь, типа, а он действительно отпускает, действительно ты успокаиваешься и так далее, хотя это очень сомнительная тема, еще и того, что как бы у тебя давление повышается, это очень... как ты можешь успокаиваться, если у тебя давление повышено, чисто физически. А как? Кто? Что? Нет, у тебя сердце как нормально. Аюб, не надо было подключаться. Ты на самом деле можешь кроссик бежать после этой штуки, потому что у тебя сердце так скачет, что дай боже. Назад!
Давай. Ай, заслал он тебя. Так вот, типа, как он по поводу типа стресса? А что он стоит? Ну что сделал? Допустим, у тебя проблема появилась, да? Ну, типа, ну покурил ты, и что поменялось? И что, проблема куда-то делась или что? Нет. Что? Дал хотя бы больше шансов, знаешь. Типа, дал хотя бы мизерный шанс на то, что тебе какая-то сила, знаешь, поможет, типа. Не знаю, ну, в церкви может еще самовнушение сработать какое-то, я не знаю. Ну, типа, люди по-разному, наверное, на это реагируют. Вот, боже, этот промысел, он по-разному на людей работает, знаешь. Поэтому, в конце концов, пути Господни неисповедимы, поэтому зачем мы их исповедим? Вот, а, короче, не о том. Ну, это, кстати, форварды, которые принимают мяч, понял, типа, чтобы пропустили мяч, у них забрали, мяч забрали, и они такие, типа, что же делать-то, останавливаться и оставлять, типа, защитника один на один, типа, там, с атакующим или с, ну, с нападающим, один на два, типа, ну, знаешь, такое, и стоит такой, как так-то, да это ошибочка получилась, просто провал. Ну, ты помнишь, как это? Да. Да. Ох, отличный! Причем у них у всех одна отличительная черта. Вот та самая. Хорошо, давай, пришли! Далее! Далее! Далее, красный раз давай! Назад, назад! Далее, упусти! Ребята, по игрокам говорит, в плане, короче, стресса, типа, я вот максимально подготовлен. Вот очень сложно было на пьянке, наверное, типа, не закурить. Ну, не то чтобы очень сложно, так, минутное, типа, знаешь, такое, типа, а может, было. Ну, это было буквально минутное из часов пяти, поэтому вообще на язык получилось, по факту. Останется еще неделя физиологично. Нет, три недели выводится. Ну, из-за привычка. Да не понял, так, это не привычка. Я не знаю, ну типа, это очень дурацкое предположение, что курение — это привычка. Смотри, у тебя привычка, сколько. Привычка, типа, что за 21 день. Нет, нет, нет. Физиологическая зависимость пропадает через 3 недели. Ну, никотин выводится у тебя из организма 3 недели. Вот если ты раз покуришь, то 3 недели с ним будешь курить в организме. Привет. Вот. Я не говорю о смолах легких и так далее, они через 3 недели никуда не деваются. Что типа, я имею в виду именно никотин в крови, понятно? Типа никуда не девается. Короче, что фишка? Я же буду, которая больше, чем месяц. Это те, которые не...